Меры защиты прав предпринимателей и инвесторов при реализации проектов ТОР и «Свободный порт Владивосток» обсудили на межведомственном совещании в дальневосточной столице. Конкретные задачи экономического характера обозначил зампред правительства Юрий Трутнев. Мне кажется, что мы достаточно подробно обсудили всю гамму вопросов, связанных с развитием Дальнего Востока. Я уже говорил в выступлении, что 57 законов, более 260 актов правительства. И совершенно очевидно, что осуществляя такую большую законотворческую работу, мы должны постоянно получать информацию, как все это реализуется в жизни. В ходе совещания заместитель генерального прокурора Российской Федерации поставил органам прокуратуры задачи принять действенные меры к соблюдению законности при расходовании бюджетных средств. Важнейшая задача, которую генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Юрьевич Краснов ставит перед всеми прокурорами, это как раз надзорное сопровождение всех крупных бюджетных процессов, которые идут во благо людей. Для оперативного получения сведений о нарушениях закона в прокуратурах субъектов Российской Федерации решено создать рабочие группы по защите прав инвесторов. Алина Черненко, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.